Он сдох прям под момент из песни. Данное видео сделано на основе трансляции, которая проходила на моем Twitch-канале. Подпишись, дабы не пропускать следующие эфиры. Годелик, давайте голосование сделаем. У нас есть несколько вариантов. Предлагаю вам, смотрите, какие варианты. Первый, мы идем Дейлик. Что делаем? Дейлик. 15-е возвышение. Это последнее. Дефект. Дефект просто самый сложный персонаж на данный момент, и вы сами понимаете, то, что там будут проблемы. Вот, но на нем и интересно играть. Вообще, мне на всех интересно играть. Сами разработчики говорят, что он типа суперсложен. Да чё вы в чате-то пишете, дурачки? Я Astral Pool для кого кинул? Так, результаты. На Ютубе, возможно, ссылка будет криво открываться. Сейчас проверим. Или это пофиксили уже? Вроде пока работает. Обожаю дефекты, но дохожу только до второго этажа. Я сделал клевый забег. Один, победный. Посмотри голосовалку Мэла, она более легче в использовании. Ну, скинь, что там за голосовалка. У него может быть своя как-нибудь написанная. Мне голосовалку Симплекс обещал написать, но он так и не сделал. Дефект имба? Да нет, не имба. Любой имба при хорошем стечении обстоятельств. Я бы сейчас тоже был бы имбой и стакал бы себе на повелителе времени ловкость просто и слабость бы ему кидал. Но, к сожалению, прокнула голова, против которой мой билд полное дерьмо. Если бы прокнули два чувака, которые стакают себе силу постоянно, я бы так жестко не отсосал. Привет, удачи тебе там в забеге. Спасибо. 15-е возвышение и дефекты идут вровень. Давайте, 170 голосов, и мы решаем. 170 голосов, и мы завершаем голосование. 59, 58, 60, 60. 61, 61. 62, 63. Вровень идет, ёб твою мать. Ладно, голосуйте дальше, до 180. 65, 65. 66, 71. Ну, короче, дефект. Дефект победил в конце. Очень круто сейчас шло вровень. Сделал между ними голосование. Какая разница, будет то же самое. Дефект победил. С небольшим отрывом. Случайно обычную реликвию. Получить случайно редкую карту. Давай реликвию лучше. Неплохо. Опять сливать? Капец, не веришь мне. Ну, неудивительно то, что все за дефекта топят, потому что он новый, и все хотят побольше на нем геймплея посмотреть. Я три раза проголосовал? Ну ты козел. Выберите одну карту, когда разыгрываете талант. Это билд под таланты, но сразу брать эту штуку, это очень опасно, потому что таланты могут вообще не прийти. Дает один защиты навсегда, повышает даваемую этой картой защиту. Слишком долго разгоняется эта карта на протяжении всего забега. Но давайте попробуем ее разыграть. Смотрю Виксы, ни о чем не жалею. Золотой стукан, думаю, что не нужен. Потому что амулита дальше. Смотрите, как работает геном. Я вот сейчас юзу, мне даст две защиты. А, нет, одну защиту. Но при этом, в следующий раз, когда я буду его разыгрывать, он даст на две защиты больше.
Пуки Велес, 3 месяца топ-контента. Good luck, have fun, спасибо огромное. Добро пожаловать снова. Чуть потише музыку сделаю. Спасибо огромное тебе за ресап. Сфера льда или прыжок? Прыжок возьму. Пиздос, я очень много здоровья потерял. 15, походу. Это будет сложно. Хотя бы по 18 бьет, а не по 20, уже приятно. И у сердца всегда будет фиксирован урон, тоже приятно. Карты не те выпали. Слушайте, нормалек. 9 урона в конце хода. Может тупо в деф уходить и ждать, пока сфера его убьет. Слушайте, реально, этот лагавулин довольно просто проходится на дефекте. Кто бы мог подумать? Гораздо проще, чем на остальных персонажах. А еще я сказал слово «слушайте» и расстал. Еще один прыжок. Все, деф карты пока не берем. Так, там этот геном сжигается же, не? Сжигается, да. Но его можно сделать таким, как, знаешь, на лотоносце карта. Какой плохой ход. Его можно сделать настолько же сильным, как у лотоносца есть карта, которая дает 30 защиты за 2 энергии. Юзать ли? Давай. Надо юзать. Я не убью его на следующем ходу, поэтому ждем. Читаем по щам. Дефа за 2, что за имба, так она сжигается. Я можно качнуть, она будет давать чуть больше еще. А у я нужно. Яйцо хорошо. Жалко, что не сначала яйцо. Хилимся немножко, но 18 здоровья. Геном уже дает 6 защиты. Ну, плюс еще ловкость. Непробиваемость, да. Двойная разрядка сферы — это очень сильная карта. Для такой цены. Слабость или уязвимость? Слабость, наверное. Все-таки сфера дамажит. Может быть, гоут вещмот на дефекте, но так сложный. Вы меня еще убивать будете на нем. Я думаю, откуда мне шипы? Сижу, понять не могу. Вещмот на дефекте будет, когда выпадет делик нужный. Хорошие карты придут. Я его убью их сразу. Серег, выбери, не думая, буфер или поглощение. Я без понятия по названиям у него карты, не помню совсем. Дает энергию. Не хочу. Карта в первой руке всегда, которая будет. Сметающий луч, наверное. На карту еще дает. Буфер, по-моему, дает этот. Вообще, ты сказал, выбери не думая, наверное, буфер, не знаю.
Стероиды. Разряжает следующую в очереди сферу, призывает только что разряженную сферу. Давайте возьмем, попробуем. Ни разу не брал эту карту. У меня шипы есть против этого босса, это супер имба, поэтому я его прохожу. Буфер аннулирует следующий дамаг по тебе, поглощение одна неосязаемость. Насчет второго не уверен. Так, энергии мне хватает на все. 10 защиты уже дает за одну энергию. Но она сжигается, это проблема, конечно. Но если стакать на протяжении всего забега, то это крутая тема. Раз. Так, окей. Пока что двоить энергию мне не нужно. Я взял на будущее. Я не буду, наверное, зелье тратить на этом файте. Почему голограмма больше не катит? Все еще катит. Так, робот может получать ожоги? Так, как? Может, ну типа, плавится металл его. Вполне себе. То, что называется карта ожог, не значит то, что нужно ее прям буквально воспринимать. Водка, пиво, под конец корпоратива, под восточные мотивы, выполняем нормативы. Водка, пиво, водка, пиво. Алви, 200 рублей, я еще жив. Спасибо тебе за стримы и за записи по ним. Всегда с большим удовольствием тебя смотрю. Ты невероятно крутой, и у тебя очень крутая атмосфера на стримах. Спасибо, Алви, давно тебя не видел. Спасибо тебе огромное. Ты супер клявый. Машинное обучение, пожалуй. Че, пацаны, глаз мека? Пацаны, глаз мека. У меня совершенно нет дорогих карт, поэтому глаз мека пока не нужен. Я уже отвечал на вопрос про колду. Я просто отдаю им золото свое сейчас, вот что я делаю. Я не могу их убить. Одного, наверное, смогу убить. И бьет, конечно, вправо. Пиздос какой-то, честно сказать. Но хотя бы какую-то часть золота я точно верну. Там магазин просто, я решил то, что надо зелье тратить. Сколько я вернул? Монет 15, наверное. 30, нормально. Не то, все не то, это все одна защита. У меня много защиты в колоде. Добавляй талант вначале. Вот это класс. Давай, Лангрен. Думаешь, победители Евровидения? Я даже не знаю, кто там победил, и мне так насрать. Там может выпасть шок, но может и не выпасть, поэтому ну нахер.
Может быть, сфер льда поискать, а? Конденсатор. Мне пока не нужен, на самом-то деле. Чем мне вообще не нужен. Откуда у меня вообще конденсатор? Погодите. Я талант разыграл, который мне дает карту в начале хода, да? Да. Прыжок не будет? Нет, прыжка не будет. Па-бам, па-бам. Якорь довольно хорошо, мне поможет разыгрывать талант, если они в первой руке придут. Сферу молнии можно взять. Оптимизацию можно взять. Когда дедболт спидранит снова, очень жду просто. Я так давно не спидранил его, то что это может закончиться плохо. Twitch Pool Overlay. Напиши мне в личку в Дискорде лучше. Раз, два, три. Снова не нужно мне юзать ничего. Ногу рано славлю. В этом году победила та жирная стремная баба из Израиля. Без понятия, что за баба. Я вот совершенно не интересовался. Вот максимально насрать, серьезно. Кто там побеждает? Я последнее Евровидение, которое смотрел, это Евровидение, где... Дима Билан еще пел. Never, never let you go. Йоло! Он сдох прям под момент из песни. Какого дьявола? Это было так смешно. Боже мой. Это звук, который он издал. Ты труп. Нет, не труп. Почему? Я думал, ты труп. Мумифицированная рука, замечательно. Еще одна шаровая молния прокачана. Хилимся. Она жирная и стрёмная, очень стрёмная. Это все, что про нее надо знать. Ее даже премьер Израиля называл то ли жирной овцой, то ли жирной коровой. Обалдеть. Дорого талант, это я бы взял. Ладно, пофиг, ничего не буду брать пока. Давайте защиту уже дает геном. Это я его не качал, прикиньте, если бы прокачал, он повышал бы защиту на 3 после каждого юза. Потому что стартовая, поэтому и прокачал. Чтобы еще больше профита получать. Зачем мне столько защиты, я не знаю. Не, если геном реально вначале выпадает, он хорош. Сап, сап. Можно было бы рискунки прожать рекурсию, она так-то больше урона дает, но если бы все попало не туда, я бы расстроился. Сейчас как-то мне идет билд на этом. На молниях.
Петров. Есть карты, которые я хотел бы разыграть два раза, наверное, нет. Урон нужен. А что ты Центуриона первым не убиваешь? Я когда как. Иногда Центуриона первым, иногда Хила. Хила было проще сейчас убить за, ну, несколько ходов. Спасибо за облик эхо. Спасибо за облик эхо, просто сказать больше нечего. Жалко, он бесплатным не становится при прокачке. Да, вилд пока средний. Таланты. У меня не совсем билд на молниях. У меня полуталанты, полумолнии. Что это такое? Почему я не проездил прыжок первым? Потому что я ретардон. Получу два урона за это. Wizard of Legend тоже был. Две сферы молнии. Таланты мне сейчас реально хорошо помогают. Так, прыжок. 20 защиты. Это и вот это. Я, наверное, сферы льда уже брать не буду. Хотел вот спросить, ты же модрики некоторым вернул, у тебя снова проблемы с модерами или как-то решил иначе? Да нет никакой проблемы с модерами. Типа, хз. Я, по крайней мере, не чувствую проблем. Почему я энергию не удвою? Две оптимизации дать или два дефа все-таки? Тагает на СТС после обзора на СТС, я думаю. Пам-пам-пам-пам-пам. Или ты помодрить хотел, Лангрен? Я же его убью, да? Да, он умер. Когда обзор на СТС? До конца разберемся со вторым каналом, будет время на обзор СТС. Сейчас я начал монтировать потихонечку Rogue Legacy, и Сталкер все еще в подвешенном состоянии. Облик эхо, конечно, было бы приятно взять, но электродинамика, мне кажется, под мои сферы зайдет лучше. Их еще и прокачать надо. Три карты, которые я хотел бы поменять. Давайте возьмем. Дар. Оборона. Наверное, еще одна оборона. Обстрел, разгон, оптимизация. Ну, обстрел хорошая карта, остальные такие себе. Нашел записи по Rogue Legacy, их и не удалял. Они мне все время на компе лежали. Куда не пойдешь, везде будет элита. Твою мать, избежать не могу. Талант. Не, оно мне здорово. Спасибо большое за рейд. Раз, два, три, четыре. Здорово всем, чуваки! Добро пожаловать на стрим и спасибо огромное за подписку в течение 5 месяцев. Здорово снова, Нео. Мне надо кого-то убивать за этот ход или нет? Можно убрать этого? Не можно, мне урона не хватит. Что-то я так самоуверенно сказал. Я и забыл то, что у меня волчок вообще есть, который мне карты крутит. Скоро уже полгода. Ресабов... Так, раз, два. Отлично, бесплатная оптимизация. Я могу их убить.
Раз, два. Гораздо лучше прошел фейт, чем в прошлый раз на безмолвной, но я и проюзал два зелья. Еще один геном точно нет. Разлом. Можно взять. Возможно, бесплатным станет. Рисоб две недели висел? Да меня долго не было на стримах тоже. Самопочинка талант берем. Можно взять еще быстрее света. Случайный талант в колоду тоже можно взять. Я потратил все деньги, походу. Давайте безумие. Че поделать? Мне хп не нужно регенить. Предотвращает следующую потерю УЗ. Хороша. Хороша. А че я проюзал? Хороша. Хорошо. Хорошо. Я могу сделать бесплатный обстрел. Но это рано, погодите, может быть что-то еще полезное будет. Обалденный ход. Ему завезли арты на карты класса, они потихонечку добавляют. Че, разломом, наверное, бахнем? Но он умер. Сама починка, надо не забывать про нее. У меня две самопочинки было, да? 14 УЗ в конце хода, неплохо. Точнее, в конце боя. Можно взять целься в глаза, но я думаю, то, что ничего не стоит брать, чтобы не портить колоду. Не торопиться, господи, сраный волчок. Если бы прокнул волчок и я мог его заюзать, я бы расстроился. Хорошо. Да разницы никакой, что я проюзаю. 5 урона, ну не страшно. Правда, скоро уязвимость будет вешать на меня и будет страшно. Починка, оптимизация, молния, обстрел. Сферы льда мне не нужны. Колоду из 31 карты испортить нельзя уже? У меня хорошая колода, тут куча талантов, они разыгрываются, они больше не появляются. Это надо обязательно юзать. Нет, не обязательно вообще-то. Это было не обязательно юзать, потому что у меня не прокачанный талант, и он не будет два раза бить по одной цели. Надо его качнуть срочно. Где костер ближайший? Следующий костер мой. Если не потеряю здесь много здоровья, то я качаю. Удвоить энергию. Тяжело идет. Реально тяжело. На крайняк буду юзать талант. Турбо. Раз, два, три, четыре. Ну, давай. Потом мне это боком выйдет, конечно, но... Надо как можно больше урона вдалбливать ему. Я вот почему-то даже не удивлен. Когда я не забыл про волчак, мне выпал ожог. Ладно. У меня сама починка на 14 хп, поэтому не страшно. Наверное, костер я все-таки скипну. Обстрел. Ты умер. Тяжелый долгий файт. Зелье фокуса дает два фокуса. Must have вместо ловкости, наверное. Носит 12 урона. Сферы тьмы и сферы молнии. Бью только по этому врагу. Не нужно. Ничего не нужно. Качаем 100% талант. Где он? Сферы молнии бьют по всем врагам. Сферы молнии бьют дважды, если в бою только один враг. Это просто x2 урона у меня будет. Только не голова. Слава богу. Выберите одну карту, когда разыгрываете талант. Прекрасно. Зачем я это сделал, я не знаю. Давай, наверное, талант, потому что у меня какие-то проблемы. Все еще проблемы. Я кучу обороны проролил, и у меня на следующий ход не будет вообще защиты, я пососу член. Класс.
Классика. Кто бы сомневался. У меня вся защита пришла в первом ходе. Ну, ёпта мать. А меня убить может спокойно. У меня хвост есть, ладно. У меня есть хвост, главное не забывать. Рискнуть и проюзать самопочинку или конденсатор, или юзать прыжок все-таки. Чего страшного в голове? У меня взрывного ворона нет в билде. Снова 0 защиты. Ну, хвост, короче, минус. Две слабости, да? На самом деле не особо нужно. Потому что следующий ход он не бьет. Такая рука отвратная, кошмар. Вот эти четыре карты мне 100% выпадают в следующем ходу. У меня 21 отхила будет после боя, конечно, это приятно. Он умер. Это вообще справедливо? Карты убрались, а потом херакс, вылетают такие, на тебе ожоги в лицо. Я уже обрадовался, типа, все хорошо, мы пережили. Улучшает добавляемые навыки в колоду. Прокачанный стек можно взять. Давайте возьмем. Два слота для сфер, давайте. Блин, на нем даже на низких возвышениях так напряжно играть. Но это круто, наверное. Призывает одну сферу молнии, когда вы теряете УЗ от атак. Берем. На 9 урона всем. Дерьмо, ход. Артефакт пить бесполезно, потому что они просто головокружение завешивают. Как настроение, спать не хочешь? Да я весь день спал. Я ударю в надежде этого, то что две молнии прыгнут в него. А, стоп, у меня же по всем бьет, да? Он умер. Пей, пей, да мне пить нечего, я на кухню лень идти, отстаньте. Шестерона не хватило. Сама починка еще не пришла, и я не успел отхилиться, господи, зря его убил. Ой, пей, ладно, ща. Новый талант. Добавляет в руку случайно бесцветную карту в начале вашего хода. Стоит ли брать, а? Как думаете? Или просто добор трех карт? Давайте попробуем. Я просто ни разу не видел этот талант. Это один фокуса. Прекрасно. Я притяжение так и не разыграл, да? Ну, дорого. Просто четырех энергий не хватает. Так был же уже, разве нет? Я не помню его. Может, не обратил внимания в прошлый раз. Ой, 22 урона. Где моя самопочинка? Приди, пожалуйста. Пожалуйста, самопочинка, где ты? Там аж две.
Вот эта штука должна была стать бесплатной. Сака, блин. Протяжение арт поменяли? А, ну тогда понятно. Еще одна быстрее света. Давайте. Располнить все УЗ, потерять 9 макс УЗ. Мне нужно что-то ковать? Я не думаю, что мне нужно что-то ковать. Поэтому, наверное, нет. Потерять удар. Хилимся на костре, у меня подушка. Лучевая ячейка? Да не думаю, что нужна. Сейчас надо молиться, чтобы мне выпали нужные таланты в начале первого хода. Сразу пьем фокус. Сразу выпало то, что нужно. Спасибо, рандом. Я плохо разыграл быстрее света, я забыл совсем. Ладно, не страшно. Можно попробовать. Это же котейка! 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 Спасибо за стрим, я спать пойду с Поки. Сладких снов, Коля. Спасибо за донат. Сладеньких снов. Сама починка нужна только, чтобы сделать карту бесплатной. Балдёж. Балдёж. Будешь стримить Darwin Project? Я видел Darwin Project у Фиаши. Но я сейчас не хочу играть в эти батл-рояли. Поэкономим пока геном. Ай-яй-яй, как бы мне это помогло, пиздос. Как же не вовремя это выпало. Я и забыл про цикл. Но бы мне урон в два раза, блин, бустануло. Ну ладно, не в два раза, но сильно очень. Так-с. У него артефакт. Надо стакать сферы и пытаться их не разряжать. Вы заметили, как все херово? Я вот заметил. Не буду пока разгон юзать. Но когда я одного убью, тогда будет гораздо проще. Пять, пять, пять. Блять. Он умрет. Или я умру. Так, смотрите. 5 урона раз, 5 урона 2, 5 урона 3. Это 15 урона. Плюс шипы, 18 урона. Здесь я теряю 2 хп. Я на 1 хп, что ли, выживаю? Нет, он на себе броню застакал. Ему застакал ромбик броню.